так к нам приехал iPhone. iPhone. Это мы Денис ранее купил себе. iPhone 12. А это у нас iPhone 12 Pro. Увесистый такой чувствуется вес. Apple iPhone 12 Pro 128 гигабайт. Pacific Blue. Ну, тут отмечено, со склада, видно, привезли заказ на улицу Московская, 5-2А, город Киев. Смотрим упаковочку. Это уже у нас распакованный был. Так, ну что, открываем. Тут обозначения немножко другие, описания. BCFK-SE. 06.2021, 12 iPhone. А тут дата не указана. А указано 2020 года. USA. Америка. Ну, что, будем распаковывать. Вот она, упаковочка. Вот он iPhone. Все в сторону. И трам-тарарам. Даже вот так. Опа, само открылось. И вот он наш телефончик. Крышечка. Вытаскиваем. И вот мы видим. Мои первые отпечатки пальцев. Антенна или что-то такое подобное. И вскрываем. Ай, красота какая. Вот он какой. Блю. И сюда нам нужно вставить будет сим-карту, чтобы активировать. Так, ну тут есть еще провод Type-C и Apple-ский. Яблочко одно. И все. Больше ничего. И скрепочка. Все. Так, ложим все обратно. Ага, приклеивается. Защитной бумаги экрана. А тут на столе есть скрепка там? Ну, сейчас я минуту. Включаем. Сейчас пошло. Так. Сейчас мы извлечем сим-карту. Лоточек под сим-карту. У нас еще есть eSIM. Так, и вставляем. Я правильно?
Не, вот так. Сейчас, минуточку. Ставили. Ну, теперь на старт. Теперь на старт, внимание, марш. Кнопка включения айфона. Включаем. Пошла загрузка. Hello. Ну, тут информация. Нажимаем. Делаем. А, скрин оно сделает или нет? Все. Привет. Выбираем язык. Ну, мы поставим русский. Страну выбираем. Нам нужна Украина. Выбираем. Тут мы не нашли Украину, она, оказывается, автоматом уже была вверху. Украина. Установка языка. Видно? Угу. Быстрое начало. Настроить вручную. Выбрать нашу сеть. Почему-то не показывает. Сейчас мы восстанавливаем телефон через компьютер. Все наши программки, прошивка, все обновится. Через iMac. Но это займет долгое время. Мы пока отключимся. Вот мы видим, сейчас сфокусируемся вручную, видим, как идет восстановление на iMac нашего нового iPhone 12 Pro. Но это процесс длительный, мы пока отключимся. Продолжается восстановление программ, прошивки, всех настроек. Ждем. Выскочило окно. Предупреждение, что iPhone восстановлен на заводские настройки. И сейчас будет продолжаться процесс восстановления iPhone. А сейчас пошел процесс восстановления айфона с копией 24.09.2021 года, который мы сделали перед продажей 12.30 дня. Это тоже долгий процесс, ждем. Мы видим, идет восстановление, процесс восстановления. Так, процесс восстановления прошел успешно. Сейчас, наверное, идет синхронизация. Сейчас я пароль.
Ну, я думаю, это тоже займет время, пока найдет нашу сеть. У нас роутер такой не очень скоростной. Нужно поменять на более современный. Соседи видят, а наш роутер не хочет появляться в приборе, в айфоне. Ну что, завершили настройки. Заняло, конечно, время определенное. Но теперь все окей. Будем пользоваться этим новым айфоном. Часы тут приходят уведомления. Создать пару просит. Мы видим, что прошивочка обновилась тоже. Последняя. Нужно изменить название айфона. Тут написано iPhone XR. Это с копии. Ну вот мы и закончили настройки. Программа еще понемножку загружается. Загружается. Сеть нашел уже. Пароль мы не вводили. Ну все, пока-пока.